Все, уже убирай скамеечку. Ты уже взрослый мальчик большой. Что за на скамеечке? Уже ноги внизу. Давай. Кто-то проспал. Угу. Прямо от твоей ноты ми? Нет, от этой ноты ми. Вместе, три, четыре. Скачка, а у тебя палец обезьяничал. Он видел, что я прыгаю, и ты тоже дважды попрыгал на рентгенезе. А что нужно было делать? Нет, длинная нота. Вот такая, да? Тамара, вот только что мы с тобой говорили, полифония, да, умеет слышать два разных голоса по-разному и делать разные вещи. Еще раз одно ты ми. А вот тут и наступил на меня, видишь, тебе нужно подождать, пока я сыграю. Вот пока ты не услышишь мои пять нот, ты не можешь ступить. Давай еще раз от этой ноты. Сейчас у тебя длинная ре. Нет, я вот прям видела, что ты не готов. Мне еще. На сильной, не на сильной доле, на слабой. Сильная доля у нас спрятана в паузу, да? Когда мы вступаем на слабые доли, смотри, какое должно быть вступление. Твоя нота не должна закричать, да? Она пристраивается. Это знаешь, когда вот на трассе, да, есть основная дорога, а есть вот вливаешься в трассу. Ты же не можешь сейчас всем перегородить движение, да? Ты должен так аккуратненько влиться в это движение, чтобы никому не помешать, ни аварию не сделать, правда? Поехали, ты играешь вот ми, длинную вот эту. Два, три, четыре, пять. Нет, я имею в виду ту вторую длинную. Понял? Угу. Нет, та же самая ошибка. Где была такая же ошибка? Вспоминай. Совершенно верно. А что я тебя просила сделать в этой ноте? У меня прыжок, а у тебя? Да. Держим. Поехали отсюда. Та-да-дам. Третий, да? Тут второй. Приходи опять на третий. Угу. Сулис уже. Слушай. Не меняй пальцы. Ты там делаешь какие-то хитрые движения, совершенно лишние. Смотри. Да. Так вот смотри, зачем вот тут у тебя будет первый палец, а зачем тебе тут его готовить, когда ты прекрасно тут заканчиваешь все на третьем. И говоришь до свидания, тут второй же. Не снимаешь? Спасибо. Теперь гляди, вот это восьмушка, а это у тебя получается половинка и еще плюс четверть. То есть вот эта нота, это как будто половинка с точечкой, да? Во сколько раз она длиннее, чем восьмушки? Ты знаешь, сколько восьмушек в такой ноте живет? Давай, стой, сейчас твой простой умница. 6. Значит, эта нота совсем коротюсенькая по сравнению с этой, правда? Это как маленький хвостик. 2, 3, 4, 5, 6. Раз. Значит, она должна быть не только короче, она еще должна быть легче. Правда?
Давай длинные ноты. Лёв, третий палец. Сейчас второй. И коротенько. Снять. Так, а теперь смотри, как я буду менять палец. Гляди. Вот я сыграю так. Закончу на третьем. И рука уходит вверх. Она не мешает сейчас левой доигрывать вот здесь её музыку. Левая приплывет к этой ми, и ей уже на голову сядет, да? Давай отляпаем. Палец третий. Второй. И третий, короче, не снять. Нет, ты же разрешил. Смотри. Вот за три ноты. Пальцы иностранные получились. С тобой расписали. 3, 4, 2, 3, 4. Нет, вот тут у тебя, знаешь, так не получится такой палец, потому что у тебя будет тут третий, значит, носи тут второй. А теперь... Значит, когда ты поворачиваешь тут руку, смотри, первый палец остается мешателем, да? И если ты его вовремя оттуда не вытащишь, ты же понимаешь, что он тебе сделает пакость. Ты развернул, убери его оттуда. Да. Что сразу на маму смотришь? Позови маму, чтобы мама палец вытянула тебе. Первый, да? Лёв, нужна помощь? Нужна помощь зала? Кто-то, кто будет убирать первый палец, или сам справляешься? Мягче только, да? Нет, только длинная нотка. Раз, и один. Видишь, видишь? Вот. Что рука не сделала? Не вытащила. Ага. Еще. А то. Угу. Угу. С пальцами, знаешь, у нас такая история получается. Когда ты несколько раз думаешь, палец постепенно привыкает. В какой-то момент все, ты уже уверен, что палец уже и без тебя сделает свою работу. Но вначале, если не думать, палец будет делать другую работу. Он привык, там уже подставляет. Понятно, что мы сейчас сделали в правой руке, да? Давай отметим. Смотри, или не нужно отмечать, или вы уже записали. Отметить. Отметим. Давай вот сегодня отметим коричневым цветом, чтобы ты знал, какие, да, какие у тебя задачи. Вот это радиес. Длинненькая, да? Вот тут вот не набрасываться, вот эта нотка скромная, да, аккуратненько вписывается. Теперь вот тут вот третий палец, второй, и третий, и нотка вверх улетает коротенькая. И вот это вот все место, да, обратить внимание, что это делает рука. Вот уж такое все разноцветное получилось. Теперь надо все смотреть, какие... Может быть, даже заново отпечатать еще раз, да, и отметить новые ошибки, а то все такое цветное, что уже не знаешь, когда смотреть. Быстренько все, да? Давай теперь левую руку. Скажи, а вот когда вот такие вот вещи ты отмечаешь цветом, это для чего ты делаешь? Я не отмечала. Да? И мама тебе нарисовала? Мама, это Алена. Алена. Ага. Это было давно. Давай, левую руку. Так, скажи мне, пожалуйста, это нота ми первой октавы, да? Где у тебя первая октава?
Вот. Значит, может быть вообще вот в этой вот прелюдии нужно сидеть. Ага. Смотри, тут две руки, видишь, и правая начинает вот здесь, и левая вот тут. Стул, может быть, чуть-чуть нужно подвинуть, да, чтобы ты сидел ближе к этой октаве. Давай, левая рука. Только левая. Вот так, смотри. Вдохи. Угу. Слушай внимательно музыку здесь. Смотри. Уставшая рука идет наверх. А теперь вздох. И еще один вздох. Да? Пошли. Снять. Ты понимаешь, ты не сможешь вздохнуть. Потому что вздох в музыке всегда делается вот таким вот касанием. Рука сверху садится. А если ты уже сидишь, ты можешь еще раз сесть? Чтобы сесть второй раз, что мы должны сделать? Встать. Значит, у тебя рука вот тут должна уйти вверх, и тогда она садится вверх и вниз. И получается вот эта самая интонация, которая называется на русском языке интонация вздоха, а на иврите называется ой-вей. 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 Сплошные жалобы, да, на жизнь? У тебя есть жалобы на жизнь? Или нечего жаловаться? Как у тебя жизнь протекает? Хорошо, да? Вот здесь только в музыке осталось пожаловаться, верно? Давай. Отми. Снять. Нет, смотри, ты остаешься в этой ноте, а у меня рука идет вверх, вот так. Ты думал, что мы здесь, а мы уже здесь. Я вот тут остановлюсь, когда буду ждать. А тебе нужно продолжать идти, пока не встретимся. Угу. Попробуем сыграть вместе. Я правую руку, а ты левую.
честно можешь сказать? Чуть-чуть, потому что я не очень видела. Ага. Можно с двумя рами. Можно с двумя рами. Давайте я сейчас щелкну эти ноты, и мы с тобой попробуем, я уйду туда, ладно? Не знаю, когда это маме посылала. А у меня хотите вы взять мои? Да, хочу. А, здесь у меня даже есть чистые, я их просто еще не успела. Они плохо пропечатаны. А мне подойдет. Мне не нужно для кого-то. Нет, а мне, я как раз, мне важно, чтобы ты следил. Знаешь почему? У тебя глаза должны, как у дирижера, следить за партитурой. Ты должен видеть глазами, где мы с тобой соединяемся. Поэтому мне важно. Даже если ты знаешь свой голос наизусть, мне важно, чтобы ты понимал, где мы с тобой встречаемся. Понимаешь? Я правая рука, а ты левая. Хорошо? Готов? Правую руку. Мы левую не слышим, потому что сверху нам слышнее. А нам тут нужно слушать левую. Теперь гляди. В левой руке, на самом деле, она проще. Там нет таких сложностей с пальцами, правда? Ничего такого особенного нет. Но единственная вещь, которую нужно помнить, это пауза. Уйти вверх. И вот тут второй палец. Все. Все остальное в левой руке понятно. А вот правая сложнее, потому что правая и дольше считать нужно. И больше всяких неожиданностей с пальцами вот там обратить внимание. Хорошо? Говорились? Теперь показывай прелюдию. Эта музыка нравится? Что больше нравится, прелюдия или фуга? Фуга. Неожиданный ответ. Обычно всегда всем нравится больше прелюдия. Значит, попроще. Прелюдия. Более замысловатая, да? Тут всегда повторяется. Повторяется, да. Но тут, знаешь, в чем задача? Тут задача вот в этом повторении найти свою прелесть. В чем прелесть? Ты начинаешь очень хорошо. У тебя очень четко просматривается верхний голос, нотеля, пульс и вот этот. И постепенно твоя левая рука становится все более
который грузный, тяжелый, начинает тяжелее. Обрати внимание, вот тут сложность. Я сейчас в левой руке буду играть. Стаккато, видишь? Вот это сложно. Это же эквилибристика такая. Как пиццикато. Знаешь, такое пиццикато? Когда струнники, скрипачи, ланчелисты, контрабасисты кладут смычок в сторону и играют пальцами. Это же от слова пицца. Ты знаешь, откуда это слово? От слова пицца. То есть, когда в Италии появились первые пиццы, они были такие дорогие, что компания покупала вот на всю компанию там кусочек маленькой пиццы. Она была горячая, и все щипали пальцами. Вот оркестранты пошли после выступления, да, сели вокруг пиццы, стали щипать. А потом говорят, ой, это же подходит вот под наш штрих. И назвали штрих в честь пиццы. Цикату. Пощипывание пиццы. Так вот, давай попробуем сейчас в левой руке сделаем вот такой штрих. Поиграй только левую руку. Чисто перейти. Откуда ты хочешь чай? Ты не скажешь, с какого такта, что я знала? Десятого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Там где у тебя терция. Давай. И видишь, что я садилась вниз, а тебе нужно вверх. Четыре терции, переход на четвертую, давай. Раз, два, три, четыре, переход. Вверх. А вот после этой инструкции, что у тебя? Тебе нужно знать, что тут была ошибка. Слышь, смотри. Просто переставляешь эту же самую секцию. А то кто-то меняешь. Давай от секста ре си. Готов? Секста ре си. Нет, секста ре си. Ре си, когда первая секста. Ре, найди. Ди. Да. Четыре штуки вверх. Пошли. Потому что ты не представляешь первый палец. Пошли. Вот. А теперь превращаемся в квинту. Легче? Да. Лёва, это было правильно. Только смотри, у тебя движение туда. А тебе нужно... Как будто ты раз и подбрасываешь свою руку вверх. Можешь вот это вот сделать? Попробуй сейчас правой рукой подбросить прямо вот так. Не сильно. Вот так легко. Зачем ты идешь? Ну, вверх пошла. Так. Подбирайся сейчас мою руку. Чувствуешь, да, она легкая? Вот. Так, вот, давай. Четыре секста ре си. Готов? И. Легче. Хорошо. Превращайся в квинту. Терция. Проблема перейти отсюда. Давай терции перейти. Четыре терции, переход в новую квинту. Переход в квинту. Вверх. Будь здоров. На полчаса раньше времени. Слушай внимательно. Четыре до диеза. И переходи спокойно в ре. И вот только здесь замедление. А ты начинаешь уже тут замедлять. Там есть мелодия. А потом... Ты немножко отключился или слушал?
сделать? Не-не-не, тебе не расскажи, расскажи словами. Какая сейчас задача? А я видела, что по голосам ты понимаешь, что он и клиент. Все, вырубился. Смотри, я говорю 4 танца вверх. 4 танца вверх. И сейчас ля и ре тоже сыграю еще легко подряд. И вот только тут уже замедлю. Понятно? То есть вот эту, нотку, вот эту кварту нужно взять вверх. А ты перед ней останавливалась, играла их два раза длиннее. Понятно? Всю строчку от терции. Пошли. Меры и вкуса. Вот написано ретинута, замедлить. Где же никто никогда не вычитает по миллиметрам, по секундам, насколько замедлить, да? А что является для нас показателем, насколько? Наши уши, наш вкус. Вот насколько, насколько нужно. Если я сейчас играю тебе так, смотри. Учиться много лет. Ты как-то автоматически определяешь, что слишком медленно, да? Дальше теперь слушаем. А сейчас? Значит, ретянуть это немножечко замедлить. Это не сыграть в три раза медленнее. Теперь если я сыграю только левую руку. Ставишь руку, а тебе нужно слышать. Да, поиграй, пожалуйста. Меня нет в консерватории, у меня дети играют, Авигаль и Лия, концерт с оркестром в Аждове. Значит, если я там что-то выкручу с утра,